среду в Самарской области солнечно и без осадков. Днем минус 7, минус 9 градусов, ночью 8-10, ниже 0. Ветер северо-восточный 4-6 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, в светлое время суток минус 7, в темное 8 с минусом, северо-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, днем минус 7, ночью 9, ниже 0, северо-восточный ветер 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем минус 8 градусов, ночью минус 10, северо-восточный ветер, скорость 4 метра в секунду, атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 31%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru. We'll be right back.